Итак, час 20. Это получается сегодня уже 30-е, правильно? Правильно. Я только что зашла в отель. Такая фигня получилась у меня с этим аэропортом. Ничего не видно. Вот такой хорошенький отель за 60 долларов. Ох, как я намучилась. Как мне намучили. Это шкаф. Что у нас тут? Тоже нифига не видно. Темень. Ну, второй час ночи, конечно. Ладно, пошли принимать скорее душ. Ой, туалетик, душик. Я никакая. Я просто никакая. Заказала себе гостиницу прямо в аэропорту. А чтобы пойти в этот номер гостиницы, мне надо получить этот пас. А получить пас я сейчас не могу, потому что у меня вылет завтра в 3:40. Получается, замкнутый круг. Я 2 часа проволынгалась в этом аэропорту. Бляха-муха. И потом все, пропали мои 95 долларов за отель. Ну, что делать? И хрен с ним. Никто не предупредил, что нужен бординг-пас, чтобы в этом отеле заночевать. Кто ж знал? Но на будущее буду я уже умнее. Все, пошли мыться. Ой, как хорошо, господи, неужели я отдохну? Такие перелеты были бешеные. 8 часов из Орландо в Лондон. Потом в Лондоне я сидела часа, наверное, 3-4. Потом 4 часа лета в Лондон, Стамбул. И потом с того аэропорта я переехала в этот аэропорт, потому что только с этого аэропорта 2 часа почти ехала. Потому что только с этого аэропорта идут на Каппадокию самолеты. Ну, в общем, все переиграла. Ладно, все, спокойной ночки. Мне спокойной ночки.